В Иванове могут исчезнуть коллекторские службы. Федеральный закон, вступивший в силу с 1 января 2017 года, вводит ряд ограничений на деятельность компаний по взиманию долгов. Отныне коллекторы не имеют права требовать возврата денег в ночное время. Встречаться с должниками представители службы могут только раз в неделю, а звонить не чаще 2 раз в 7 дней. Также закон запрещает применение физической силы и любого рода угроз. С этого года заниматься коллекторской деятельностью имеют право только организации, которые получили официальное разрешение в службе судебных приставов. Именно специалисты ФССП и будут обеспечивать соблюдение закона и контролировать деятельность коллекторов. Требования для выдачи разрешительных документов невероятно высоки. Например, размер чистых активов агентства должен быть не менее 10 миллионов рублей на основании бухгалтерской отчетности. Каждое такое предприятие должно быть застраховано на случай причинения убытков должнику. В службу приставов региона с начала года за справочной информацией уже обращались представители 2 коллекторских компаний, но обе документы для зачисления в госреестр не подавали. На настоящий момент официально коллекторы работать на территории региона не могут. С 1 января 2017 года деятельностью по возврату просроченной задолженности соответствующим организациям разрешено заниматься, имея соответствующую лицензию, выдаваемую органами ФССП России. В настоящее время в управление ФССП России по Ивановской области еще не обратилось ни одно юридическое лицо. Также жалоб на коллекторов не поступало.